Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Марко Франк. But now I'm going to speak English because it's the only words I know in Russian. I'm sorry about that. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Марко Франк, но это единственные слова, которые Марк пока что знает по-русски. Поэтому дальнейшую свою презентацию он будет проводить по-английски. And first of all, I'm very happy to be here in Bryansk. It's the first time I come here, and it completes my discovery of Russia. И мне очень приятно быть в Брянске, потому что Брянск дополняет мое представление о России. Okay. May I introduce you Svetlana Borodina, who is going to translate from English to Russian for you. И я бы хотела представить Светлану Бородину, это я, и я сегодня буду переводить то, что говорит Марк. She is a Белотрост activist. Она активист Белотрости. Я активист Белотрости. All right. So, so I will just tell you about my biography and why I'm here, and then we'll ask your questions. But if you have questions when I speak, do not hesitate to raise them. И сегодня Марк расскажет о своей биографии, а также почему он сегодня приехал в Брянск и почему он сегодня на мероприятии присутствует. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте их, но также после выступления будет время задать вопросы. So, I'm 65 years old, and I presently work as a volunteer for Association Volontaire IV in Paris, which is one of the main organizations for the blind in France. Мне 65 лет, и я работаю в французской организации незрячих Валентина Галии. И I'm 65 years old, and I'm retired, and now I work as a volunteer for Association Volontaire, which is one of the main organizations for the blind in France. Да, вот я забыла добавить, что организация, где работает Марк, это одна из самых главных организаций, это самая главная организация во Франции для незрячих людей. So I was born nearly blind 65 years ago. I only had 5% vision, and now it's about nothing. Родился Марк 65 лет назад, и родился он почти незрячим, его зрение было только около 5%, и к сегодняшнему моменту он не видит почти ничего. So from the very start my parents realized that I had to attend a specialized school for the blind. И с самого начала родители Марка поняли, что ему надо учиться в специализированной школе. The first one I attended was the school for the blind in Lausanne in Switzerland. Why Switzerland? It's just because my parents live close to the Swiss border, and Lausanne was the nearest. Первая специализированная школа, куда ходил Марк, располагалась в городе Лозанна, это Швейцария, и пошел он туда, потому что они с родителями жили недалеко от границы со Швейцарией. And so I was there at internat because the school was 100 kilometers away from my parents, and I was cared for by very nice people. И эта школа была школа интернатом, и она располагалась на расстоянии 100 километров от дома Марка, поэтому Марк жил в интернате и там проводил время. And we could only visit our family once one weekend per month.
И домой он приезжал только на одни выходные в месяц. And an interesting memory I have of that school is I was for my parents didn't pick me up at the school, but the school put me up in the train from Paris to, from Lausanne to Geneva, and then my parents picked me up at the station. И что Марк помнит про эту школу, это то, что родители не приезжали за ним в школу, чтобы забрать его, а его транспортировка организовывалась следующим образом. То есть его садили на поезд в Лозанну, Женеву, и уже в Женеве за ним приходили родители. So at the age of seven, I was learned how to travel by train, but very, that was very controlled. И уже в возрасте 7 лет Марк научился передвигаться на поезде, но несмотря на то, что все-таки контроль был достаточный. My parents were really worried about me to be alone in the train, but the school said, no, it's part of our education system to, for children to learn how to navigate later on in the life. И несмотря на то, что родители все-таки очень беспокоились за Марка, как он в таком юном возрасте будет самостоятельно путешествовать на поезде, школьные учителя сказали, что это необходимая часть нашего обучения в смысле формирования самостоятельности передвижения. And after I finished my primary school in Switzerland, I went to the National Institute for the Blind in Paris. Так Марк закончил начальную школу в Швейцарии, а затем уже поступил в среднюю школу в Париже, Национальный институт незрячих. And I was there at internat as well, and 500 kilometers away from my parents. И там тоже жил в интернате, и но на этот раз уже на расстоянии 500 километров от своих родителей. So I could only see my parents once every 3 months or something like that. И виделся он со своей семьей только раз в 3 месяца. But I was lucky because my father had very good friends in Paris, and they took me from the blind school for the blind at every weekend. And during this weekend, I had the chance to play with his three children. Но Марку повезло, потому что у отца Марка был друг, который жил неподалеку, и каждые выходные этот друг забирал Марка из интерната, чтобы, ну, свою семью. У этого друга было 3 ребенка, и так, получается, каждые выходные Марк оказывался в семье и играл с детьми этого человека. So more or less that family became my second family, and I still have a very close contact with those children. Эти люди стали второй семьей Марка, и до сих пор они поддерживают очень тесный контакт с детьми, с которыми он тогда играл. And I really benefited from their presence because children are quite open to disability, and they are not aware of it. They don't do it on purpose, but they have a subtle way to teach another child who is disabled. И надо сказать, что эти трое детей, с которыми играл Марк, они были зрячими. И Марк говорит, что ему очень повезло, что у него вот, был такой опыт, потому что дети, они очень хорошие учителя. Они могут каким-то, может быть, неосознанным путем учить и развивать адаптированность незрячего ребенка к окружающему миру. So, what did I do in the specialized school? Some of you have attended that sort of school. Итак, что я делал в специализированной школе? Я уверен, что кто-то из вас тоже посещал специализированную школу. So, first of all, I've learned how to read and braille, to read and write in braille. Во-первых, я научился читать и писать по брайлю. And that's the most one of the most important is to know how to be literate, and even today it's useful to me because I was handed over a translation of my biography in Russian, and thanks to Voss, I had it in Braille, and that will be the best way for me to learn Russian.
И действительно, читать и писать по Брайлю Марк считает это один из ключевых навыков, потому что быть грамотным сегодня очень, очень важно быть грамотным. И он хочет также поблагодарить Брянскую региональную организацию ВОЗ за то, что нам помогли сегодня распечатать презентацию Марка в формате Брайля по-русски. Он у нас учит русский язык, вот, написал свою биографию сначала на английском, мы ее перевели на русский и распечатали. И мы хотим вот выразить благодарность человеку, кто это сделал, Анатолию. Спасибо большое. Thanks to Vlas for my first Russian lesson. Спасибо большое за первый урок русского языка. So I also learned how I benefited from special pedagogy. In geography, I had maps, and for mathematics, I had special equipment to teach me how to make divisions, multiplications, and additions. И также были другие специальные педагогические методы в этой школе, то есть использовали специализированные тактильные карты на уроках географии, на уроках математики использовали специальные приборы для того, чтобы объяснить, как осуществлять, например, умножение или деление. And one good thing I've learned in this school as well is to how to use a typewriter. И еще один важный навык, который я обрел в Марк в этой школе, это печатная машинка, владение печатной машинкой. You know, in these days there was no computer, there were just mechanical typewriter, and that was the kind of typewriters that were to be used by secretaries. And in the specialized school I've learned how to be some sort of secretary as well. И напомню вам, что в то время, когда учился Марк в школе, не было компьютеров, и поэтому очень было важно научиться печатать именно на механической печатной машинке, потому что и в принципе в будущем это позволило Марку коммуницировать с зрячими людьми, набирая текст в письменном виде. And that has been very useful for me in my professional life or even in the rest of my study, because I could communicate, I could write using the typewriter. Didn't need someone to write for me. But at the age of 15, I thought I was ready. I thought I had a good command of all the specialized techniques, including writing Braille. And I thought I was ready to join a regular high school and start my own inclusion in life. В возрасте 15 лет Марк почувствовал себя готовым к тому, чтобы перейти в обычную школу, и уже имея навыки чтения и письма по Брайлю, он переходит в обычную школу. And I really thank those specialized school for what they gave me, because they gave me the first tools to organize my life, and I have to tell you something, in Russia you also have very good specialized schools, and I'm sure they do a very good job, and respect those schools. И Марк очень благодарен этим специализированным школам, в которых он учился, потому что они научили его организовывать свою собственную жизнь. И также он отмечает, что в России тоже он наблюдал очень высокий уровень специализированных школ, потому что здесь действительно людей учат и читать, и писать про Брайлю, и также проводится обучение по другим предметам. So when I got the first day in the regular class that I had at the age of 15, I mean the other pupils looked at me as nearly as a strange animal. You know, they were completely surprised, and they didn't know there was a blind person coming in using a braille plate. Когда Марк впервые попал на первый свой урок в обычной школе, на него все одноклассники смотрели на какое-то диковинное животное, потому что никто никогда в жизни не встречал незрячего человека. So, but the good thing about teenagers is when they have questions, when they are puzzled by something, they do not hesitate to ask questions, so they ask me how would I live, and they ask me to show them the use of the braille plate and the stylus.
И отличительная черта, положительная отличительная черта подростков заключается в том, что когда у них есть вопросы, они никогда не стесняются их задавать. Они спросили Марка про все, спросили про брайлевские таблицы, которые у него были. But as soon as they answered all the questions, most of them came to me and spontaneously offered to help me during my study. Как только Марк ответил на все имеющиеся у них вопросы, они спонтанно, буквально добровольно подошли к нему и предложили свою помощь. So some of them came to my house to read textbooks on a tape recorder. Кто-то изъявил желание помогать Марку приходить к ним домой и читать книги или записывать их. Some others came to read their own notes, which they had written during their classes. Кто-то предложил приходить и читать свои собственные конспекты, которые они сделали во время занятий. And some others also came to my house, especially for mathematics, just making the math problems together. Кто-то просто приходил, чтобы вместе заниматься математикой и решать задачки. And so I really also had some textbooks in Braille, especially for languages that were transcribed by Association Valentin-Huy. У Марка также были специальные учебники по Брайлю, которые предоставила французская ассоциация незрячих Валентина Гайви. So I was very pleased to work with other pupils, because that was cooperation. I benefited from the help, but yes. Марку очень нравилось работать с его одноклассниками, потому что это действительно была кооперация. С одной стороны, Марк выигрывал от того, что ему помогают. So I was really surprised and even amazed that they were so generous with me in their help. И Марк был очень удивлен, что люди действительно так щедры на свою помощь. And one day I asked one of them, but really thank you, but what's your motivation for being so regular and work with me. И однажды Марк спросил, большое спасибо, конечно, за помощь, но почему вы настолько щедры со своей помощью? And that guy said, oh, there is a motivation for me, which is I'm very lazy. И ему ответили, у меня своя мотивация здесь, я очень ленивый. I don't like reading my notes, I don't like working at home, opening books. I don't like to make my home preparation. И я сам никогда не открываю учебники, не читаю свои конспекты. But when I know I have to do it with you, at least I do it. Но когда я думаю, что мне надо это с тобой сделать, тогда я вот делаю как домашнее задание. So he said the necessity to help you is also a good way to help me as well, because it's my way to avoid my laziness. И он говорит, что необходимость помочь тебе необходимым образом на самом деле решает мою собственную проблему с ленью. So I was very happy that my presence could help me, and the others also said that. They said, no, don't worry, we get benefits from helping you, and that was a modest example of what inclusion is. It's to have mutual cooperation to the benefit of all sides. И другие люди тоже говорили, что они тоже каким-то образом выигрывают от подобной кооперации, и это был один из отличных примеров действительно инклюзивного взаимодействия. So then I finished high school and I went on to university studying economics and statistics. Затем Марк закончил школу и пошел в университет, где изучал экономику и статистику. And I finished my studies in England for 2 years. That was at the university in Leeds, the Leeds School of Economics. И после Парижа Марк поступил в магистратуру в университете Leeds, в школу экономики. So of course
I succeeded in having exams, and when I think of it, is how what made me have some sort of success. И Марк действительно достиг значительных высот, и если подумать о том, что привело его в эту точку его жизни. So the first point is I worked more than others. Первый пункт это заключается в том, что Марк работал гораздо больше, чем другие люди. Because it's something we have to be aware of when being disabled for doing the same thing as a non-disabled person. Usually we have to work more than this. I worked more than my schoolmates, more than the other students. Об этом надо всегда помнить, что людям с инвалидностью очень часто приходится работать гораздо больше, чем людям без инвалидности. И Марк исключение, он в своей жизни работал гораздо больше его соратников. So why did I accept to work more than others? Зачем я согласился на это, зачем я работал больше других? Because I'm lazy naturally as anyone else. Потому что я по своей природе ленивый. And the reason why I accepted to work more is simple as that, is I did not want to be a beggar, I did not want to be someone living on grants from the government, but I wanted to have full citizenship by having a work and having as much money as possible for my wage, and that's it. И Марк говорит, что он не хотел быть попрошайкой, не хотел всю жизнь жить на государственном довольстве, и наоборот хотел каким-то образом реализовывать свои гражданские свободы и именно участвовать и отдавать что-то обществу. So, I mean, the real motivation for doing things makes you do things in most of cases, but I also benefited good luck. I was lucky in many ways too. Но также Марк говорит, что еще надо отметить, что ему очень повезло в жизни. Just by meeting the right people at the right time who offered the right help. Повезло в том смысле, что ему попадались в жизни в нужное время, в нужном месте люди, которые готовы были ему помочь. So sometimes that's small support, temporary support was not. Was very small apparently, but it turned out to be very important. И может быть это была не какая-то фундаментальная помощь, а помощь небольшие какие-то услуги, но это действительно помогло ему. So I will just describe then my professional activity. I was accepted in France as a government statistician. Working for the National Statistical Office. И если коротко говорить о профессиональной деятельности и карьере Марка, то он начал работать после университета в службе государственной статистики в качестве главного инженера по статистике. So do you have any idea of what a statistician activity is? Представляете ли вы, чем занимается статистик? Yes, okay. Because in some cases people don't know what it is about. Часто люди не знают просто, чем занимаются люди статистики. So first of all, I worked in special office dealing with farm statistics and agriculture. Сначала Марк занимался вопросами сельскохозяйственной статистики. Then I was appointed at the Director General's office as one of the youngsters to manage relationship with a journalist. Затем он работал в офисе генерального директора агентства и занимался вопросами взаимодействия с СМИ. But I also had to manage relationship with the Ministry of the Economy. Он также занимался взаимодействием с Министерством экономики. And I also had to organize the weekly meetings of the board. Он также организовывал ежедневные встречи аппарата управления. That was very interesting at that time because it
It taught me how to communicate with others, and it also taught me how to write short notes to be as clear as possible. Это научило Марка взаимодействовать с другими людьми, а также конспектировать что-то. Then I moved on to deal with pension fund statistics and retirement and social ministry. Затем он занимался пенсионным фондом и вопросами социального обеспечения. And later on I went to work with the French army think tank as economic and statistical advisor. Затем он работал в качестве экономического и статистического консультанта с французской армией. And that was a very interesting period actually, because that was between 1990 and 1995, and I was there in a strategic unit, so we had to monitor or follow what was going on in the Soviet Union of the days, and what all the events that happened there, and that was where I was in that time. It opened my eyes on what Russia was, and my interest in Russia has started at that time. Это был особо интересный период его работы, потому что это случилось между 90-95 годами, и в это время в сферу его деятельности входил мониторинг того, что происходило в уже разрушившемся Советском Союзе. И в это время он как раз формировал свой интерес к России. Then I went on further as dealing with manufacturing statistics and press media statistics. Затем он занимался производственной статистикой и статистикой по прессе. And I finished my activity as again next to the director general to define the strategic plan for the next 5 years for the development of the National Institute of Statistics. И затем закончил он свою профессиональную деятельность в аппарате директора службы статистики, разрабатывая 5-летний план стратегического развития агентства. And then I retired, and since Associati Valentinari helped me 40 years before, I thought I could work for them for a while as a way to thank them for what they did for me. И затем Марк вышел на пенсию, и с целью, чтобы как-то отплатить, отблагодарить ассоциацию Валентина Гаеви, которая помогла ему в его детстве, образовании, он сам пошел туда работать. And in that organization was especially dedicated to international activity, and this is why I met Pilar Trost. И сейчас Марк занимается международным сотрудничеством в этой ассоциации, и таким образом он встретил Олега Борисовича и Билла Троста. And after conversation, we realized we had many common views on many things, not only on disability, but even on private life. Когда они встретились, они поговорили, пообщались, поняли, что у них действительно схожие взгляды по многим вопросам, не только по вопросам инвалидности. And then Alec asked me, have you ever come to Russia? I said, no. And he said, so you should come to Russia. And of course, I accepted the invitation. И Олег спросил, были ли когда-нибудь вы в России? Марк сказал, нет. И Олег сказал, что обязательно надо приехать в Россию. But Alec said something is, don't come in summer, because summer in Russia is about like France, but come in winter, because it's there you will see the real Russian life. И Олег сказал, не приезжай в августе, потому что в августе в России так же, как во Франции. Приезжай лучше в Россию зимой. And that was a kind of a small provocation, which of course I liked. And since then, we cooperate with Pierre Trost, and I come in winter times mostly. И эта провокация понравилась Марку, и с тех пор Марк действительно приехал зимой в Россию. И сейчас ежегодно приезжает зимой в Россию, и так происходит кооперация с Белой Тростью. And so what I'm doing here is when
their trust makes events like today, and if I'm there in Russia, they take me along. That makes me discover Russia, that makes me discover Warsaw, that makes me discover the good examples which we ought to imitate from Russia. Таким образом, когда Белатрос проводит какие-то мероприятия, и если я нахожусь в России, то Марк находится в России, то Марк в них участвует. И так он действительно уже объездил немало городов в России и познакомился с различными отделениями ВОЗ и узнал о каких-то новых интересных проектах, практиках и познакомился с успешными, интересными инвалидами. And, especially I'm very impressed by the organization. Марк действительно хорошую впечатлила организация в Брянске, и это одна из причин, почему он здесь тоже находится.